Всем привет! Сегодня я буду слушать трек «Хаски аферист». Хаски, как всегда, в своем репертуаре. Вот я не люблю хаски. Ну, перед тем, как буду слушать, объясню, почему. И, возможно, здесь этого не будет или будет. То есть, во-первых, у него всегда мрачные треки, это раз. Во-вторых, очень много такой, знаете, вот только слушала ЛСП, у которых все ясно и понятно, да? А у Хаски всегда нужно вначале почитать, вникнуть вообще, что он имел в виду, понимаете? Слишком мудрено, мне кажется, в искусстве слишком мудрено не значит правильно. Вот. В общем, скажем так, что я его не совсем понимаю. Ну, то есть я его понимаю, но мне бы не хотелось даже его вот слушать. Вот я вот этого видала, вот опять. Ну ладно, давайте узнаем, про что он там. Очень длинное вступление. Мгновение в похмелье черном и густом, как ежевичное варенье. Я пластом лежал в гостиничном халате, как муха в белом шоколаде. Блевотиной в снегу кровать. Вдруг странно подпрыгнулся телевизор. Я как-то изнутри вспотел и высох. Я видел, как вскипела плазма на гостиничной стене, и проступило безобразное косматое лицо. Оно кричало, и кричало, и кричало, и кричало. Дима аферист, сколько нужно бабок, чтоб ты замолчал? Сколько нужно бухла, чтоб ты сдох? Сколько нужно наркоты? Больше не нужно наркоты, хозяин, больше не дизайн. Я не еблан, я ощущаю, что включаю. Но зачем ты вывернул меня наружу швами? Зачем я крыса под твоими башмаками? Ах, если б не другой больник, чтобы дырки вместо глаз, и чтобы с них пердели ангелы и музыка лилась, и чтоб через другую дырку в силы сотню опахал. Сквозь дырявую улыбку дух святой благоухал. Но в кишке автострады куски непрожеванной тьмы ты катишь в машине, окруженной плетьми ты катишь же грязью, обкашливаясь ты каешь. Вот про что? Что за грязь? Ну что за грязь? Такси по волоке экстази. Знаете, вот я всегда думаю, вот у каждого, тут недавно встретилась, так, познакомилась с одним человеком, который просто вот льет грязью и больше ничего не умеет. Вот одна грязь везде, думаю, боже мой, что у него там в мозгу? Вот одна мерзость, одна грязь. И вот у Хаски, что он там, про что он там, вот что он имеет в виду, вот эта вся грязь, которая из него льется, она ж у него там внутри. Она его раздирает, разъедает, и это неправильно. Внутрико извергает циклико. Дряблый как нудист, в окнах пляшет лунный диск. Заглушает визг, тормозом кричит таксист. Дима аферист. Сколько нужно бабок, чтоб ты замолчал? Сколько нужно бухла, чтоб ты сдох? Сколько нужно наркоты? Нужно больше наркоты, хозяин тонны наркоты. Нужны вагоны наркоты, прилавки наркоты, полные плавки. Наркоты, концлагерь, полный наркоты, концлагерь, полный наркоты, концлагерь, полный наркоты, а по периметру колючкой небывалой высоты. Вот что за музыка? Что о чем? Что за смысл? Вот эти пищащие, визжащие хаски. Это не для меня, вот знаете, я даже лучше скриптонит буду слушать, чем хаски. А хочешь, я сейчас тебя удивлю? Удиви. Следующим треком я включу тебе хаски, и ты удивишься. Снова хаски? Да, пока меня не было, ну и тебя не было, я записывал реакцию, и я был удивлен. Да? Ну ладно, сейчас, ну то есть ты опять хаски включишь? Ну это следующее видео будет. Ну я поняла, но я имею в виду снова, да, хаски. Да. Ну вообще, вот...
кишмиш из наркотического бреда. Я бы вот так это назвала. Всем пока.